Здравствуйте, Одесса, Житомир, Луганск, Донецк, Харьков, Львов, Сумы, Запорожье, Николаев, Кировоград. Вы знаете, очень приятно сегодня здороваться практически с половиной Украины. Такая возможность есть у нас сегодня, у нашего трехчасового телевизионного марафона, который называется «Мир превыше всего». Потому что, согласитесь, в каждых семьях, в каждом городе и в тех регионах, которые сегодня не попали в трансляцию этого нашего разговора со страной, разговора о мире говорят все, говорят на каждой кухне, в каждой школе, в каждой больнице, на лавочках возле наших домов, потому что мы все неравнодушные. Мы все понимаем, что сегодня для нашей страны, для страны Украины, самое главное доказать, что мы понимаем, насколько важно нам сегодня быть вместе. Насколько важно сегодня прекратить кровопролитие на наших улицах. Мы попробуем вместе с вами сегодня найти выход из той ситуации, в которой мы все оказались. Мы очень хотим понять, где та точка отсчета, с которой началось все, что мы видим сегодня в нашей стране. И самое главное, есть ли у нас у всех надежда? А я не сомневаюсь, что эта надежда есть. В трехчасовом эфире мы с вами сможем общаться с известными политологами, политиками, журналистами, спортсменами, мэрами городов и президентами. В общем, я очень хочу, чтобы наш сегодняшний эфир, знаете, получился таким, который даст ответы на многие вопросы. А, наверное, самое главное, мы с вами найдем один единый общий рецепт для процветания мирной, сильной Украины. Вместе со мной сегодня все три часа в студии проведет кандидат в президенты Украины Сергей Леонидович Тегибко. Я знаю, что вместе с вами, прежде всего вместе с вами, мы найдем действительно этот рецепт. Но все-таки в самом начале давайте попробуем понять, с чего все началось. Итак, хроника событий Украины, начиная с прошлого года. Yeah.
Мир превыше всего, именно об этом, еще раз повторяю, мы будем говорить в течение 3 часов со всей страной, с разными регионами Украины. Мы будем вместе искать рецепт мира в нашей стране. Я с удовольствием еще раз теперь уже представляю гостей нашей студии. Сергей Леонидович Тегибко, Вадим Юрьевич Карасев, здравствуйте. И Семен Ильич Альтман, заслуженный тренер Украины, ведущий политолог Украины Сергей Леонидович. Давайте вместе с вами все-таки ответим на тот вопрос. Мы посмотрели, на самом деле, жуткие кадры. Я, честно говоря, когда вот они все так собраны воедино, не тогда, когда они разрознены, и где-то в новостных сюжетах мы их видим, а сейчас, когда в одном сжатом, таком концентрированном материале за 3 минуты мы видим все, что произошло в стране за полгода, честно говоря, не верится. Не верится, что это наша страна. Полгода назад еще мы думали, что все хорошо, солнце светит, люди улыбаются. Да, конечно, было много проблем, но что кровь будет на улицах Украины, в это никто не верил. Давайте именно об этом начнем. Рецепт будем искать по ходу общения. А сейчас ваше мнение все-таки где-то точка отсчета. Почему это произошло с нашей страной и с нашими людьми? Я не знаю, на мой взгляд, проблема в том, что страна большая, очень по-разному формировалась, сложные, разные люди, разные мнения. И вот именно в такой стране власть должна быть очень чуткая, власть должна очень быстро реагировать на все проблемы, которые возникают. Реагировать, слышать, реагировать и стараться действовать. Мы вот как-то за 23 года мы считали, что сама срастется, как-то страна, все будет, знаете, по-доброму, как-то какие-то проблемы сами собой перерастут. Рассосутся, на самом деле, как часто у нас говорят, все рассосется. Да, да. На самом деле ситуация показала, что к выборам, особенно к каким-то политическим событиям, все обостряется. Я считаю, вот мы смотрели с самого начала ситуацию по студентам. Надо было бы хотя бы тогда услышать, понять, наказать виновных, сделать определенные выводы, и можно было бы изменить ситуацию. Конечно, не убрав только чиновника, потому что нужно было начинать бороться с коррупцией, нужно было менять судебную систему, потому что вот тогда это было вполне возможно. И я думаю, что даже несмотря на то, что они подписали соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, президент мог четко сказать, честно сказать, я не сделаю этого, потому что боюсь потерять рабочие места на Юго-Востоке, боюсь, что это будет с моей стороны неправильный шаг, придет следующий в 2015 году, это его будет право, а ваше право будет в 2015 году избрать того, кого вы посчитаете нужным. Тогда это еще можно было. Власть не услышала этих призывов, и, собственно говоря, с того и началось. Сегодня, мне кажется, эта болезнь все равно немножко и продолжается. Ну, я бы поддержал Сергея Леонидовича. Вот в неподписании соглашения об ассоциации проявилось пагубное высокомерие. Надо было объяснить действительно, что вот есть действительно проблемы, потому что проблемы Юго-Востока, промышленного потенциала Украины до конца, по крайней мере, не решаются в соглашении об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом. Россия для нас остается очень емким рынком. Мы очень связаны промышленно, кооперационно с Россией. И мне, лично мне, не хотелось бы, чтобы Украина потеряла свою индустриальную промышленную идентичность. Соглашение об ассоциации, оно больше ориентировано на средний бизнес, мелкий бизнес, на агропромышленный комплекс. А все-таки остается ответ. А что делать с востоком, с юго-востоком Украины, с Южмаш, вертолеты Запорожья, судостроение Николаева? Ведь это же такой, это же рабочий... Но ведь 2 года говорили об этой сказке, и в нее люди поверили. Плохо говорили, понимаете, плохо говорили, неквалифицированно говорили, неэкспертно говорили. Потому что, вот говорят, там, средний доход. Дело в том, что средний доход в стране определяется не в аграрном секторе, определяется в промышленности. И вот уже тогда аграрный сектор дает как бы свою зарплату, свой доход. Поэтому вот эта пагубная самонадеянность или высокомерие привело к тому, что народ получил право на восстание. Но, с другой стороны, право на восстание, оно тоже должно иметь свою демократическую форму. И когда оно превращается в форму вооруженного насилия, в гражданский конфликт с элементами гражданского насилия, тогда получается уже не право народа на восстание, а элементы гражданской войны.
И тогда уже получается общество не мира, а общество войны. Когда-то Чарльз Тилли, такой известный социолог, политолог, ну, он и сейчас известный, он сказал, государство строится на войне, война строит государство. Но он имел в виду государство 17-18 века. И в этом смысле, вот, как бы в резонанс выражение Мао Цзэдуна, винтовка рождает власть. Нет, в современном обществе не винтовка рождает власть, выборы. Выборы. Гражданский договор, диалог рождает власть. Знаете, вот нам надо просто раз и навсегда выучить этот урок. Только слышать друг друга, только диалог, только выборы. Только демократическая конкуренция, демократическая процедура может рождать власть, тем более в такой сложной стране, как Украина. Я очень боюсь, когда часть Украины будет навязывать свое видение, свой язык. Язык не в смысле лингвистический, а язык политики, язык жизни другой части страны. И наоборот. Понимаете, Украина всегда, вот в чем ее уникальность? В том, что она умела всегда толерантно вот, соотносить жизненные уклады Запада Украины и Востока Украины. Кстати говоря, новый президент, он должен быть гарантом жизненных укладов как Запада Украины, Юга Украины, Востока Украины. Он должен пообещать это, он должен прогарантировать, что никто не будет вторгаться в жизненные, повседневные условия бытования, существования людей. Потому что это веками нарабатывалось. И не нам это веками наработанные схемы и стереотипы, даже пусть они будут ошибочны, уничтожать. Пусть люди сами придут к этому, что это ошибка. В процессе демократии люди сами приходят. Что вот здесь они выбрали неправильного человека. Ну так, ну я посмотрю по Киеву. Вот мэра выбрали одного, вот они поняли, что неправильно. Теперь они будут не допускать таких ошибок. Поэтому я хочу сказать, что есть два типа обществ. Есть общество войны. И так многие строились государства. И, кстати говоря, это были неуспешные государства. А есть общество мира, гражданского мира. Мира в таком смысле, как отсутствие войны. Мира как в голове, потому что в голове должен быть мир. Понимаете, когда мы смотрим на человека как собеседника, соратника, понимаете, соратник, собеседник и так далее, значит, это совсем другое толерантное отношение в обществе. И тогда вырабатываются другие формы жизненного уклада. А когда мы смотрим как бы воинственно, под прицелом, так, тогда, конечно же, мы только откладываем решение проблем. Тогда мы будем воевать, но не работать. Семенович. Мы будем деньги вкладывать в вооружение, в покупку этих бронежилетов, а не в покупку, например, айпэдов, там, айфонов и так далее. Не вкладывать деньги в футбол, например. Вот я просто очень рад, что с нами Семен Альтман, которого я знаю. Он меня не знает, но я знаю его как мальчик, который на Черноморец ходил. У меня бабушка в Одессе, я в Одессе всегда лето проводил, Черноморец, вот и тренер Черноморца, он играл в Черноморце, Лобановский играл, и Базилевич играл в 60-е годы, и просто приятно. Так вот, вот я вижу, как сейчас футбол начинает провисать. Потому что, ну, как может быть футбол в условиях войны? Это только может быть как матч, вот, помните, смерти, да. Ну, зачем нам матч с смерти? Поэтому, вот, действительно, очень, я говорю, вот, очень точный посыл, хотел сказать точный выстрел, но слово, очень точный выстрел в душу человека, это когда вышли сейчас, вот вы, с таким девизом, лозунгом, призывом «Мир превыше всего». И мир – это не просто как мир отсутствия войны. Нет. Это мир – способ жизни. Это мир как жизненный уклад. Вот. Это мир действительно превыше всего, потому что война – это все, это край, как говорится. И это и мир не только внутри Украины, это мир и между народами, и между странами, потому что все равно новому президенту, ну кто бы им ни был, так, придется решать проблему нормализации отношений с Россией. Потому что ключ ситуации в Украине находится в России. Но надо это нравиться кому-то, это не нравится, но надо это понимать. И мне очень, кстати говоря, в этом смысле не нравится, что очень многие в своей предвыборной риторике хотели как раз разыграть тему войны. Знаете, тему войны легко разыграть, потому что она будоражит вот эти все, как сказал бы философ, примордиальные, как бы, ну, такие внутренние чувства, так, вот такие почвенные, первобытные. А тему мира очень сложно разыграть, потому что мир – это рациональная вещь, а война – это такая, как бы, ну, конечно, первобытная. Конечно, это эмоциональные вещи, которые сегодня воспринимаются. На волне всегда хорошо, как бы, сыграть, получить головные очки, эмоции. А вот на теме мира
Это сложно сделать, но зато это очень почетно, это перспективно, это правильно в долговременной перспективе. Вадим, мы вернемся к этой теме. Спасибо. Я хотела бы еще все-таки, чтобы Семен Ильич сказал его мнение о том, где же все-таки вот та машина сломалась и что произошло в нашей стране. На ваш взгляд, не политика, да, а человека, да, умудренного и опытом. Я могу только говорить, конечно. С политической составляющей мне сложно. Да. Есть у меня вот коллеги уважаемые, они это объяснят. Я могу говорить с точки управленческой и педагогической. И мне думается, что нарушилась обратная связь. Обратная связь между руководителями государства и народом. Это всегда конфликт. И с точки зрения педагогики, то возникла большущая проблема понимания. Власть не понимала народ, народ внутри не понимал друг друга. И вот это расслоилось. И, как правильно сказал господин Королёв, мой любимый футбол может жить только в мирное время. И я сам родился, я уж принадлежу уже, наверное, к старшему поколению, родился сразу после войны, и мы воспитывались, и нам говорили, что такое война, и все люди ждали мира, и нас воспитывали на мире, на дружбе народов. И я думаю, что они тогда, наши отцы, деды, учителя заложили неплохую основу. Сегодня вот это и нарушилось. И мне думается, вот эти два момента, обратная связь и проблема понимания. Обратная связь разрушила систему, а проблема понимания разрушила взаимоотношения. Знаете, мне еще бы один момент. Да, власть не слышала, и прежде всего это проблема власти. Когда конфликт проходит, виновата прежде всего власть, вот которая находится в тот момент в стране. Но мне кажется, очень важный урок должны люди обычные, простые люди извлечь. Знаете, кажется, через протест, через вот такие жесткие действия получается быстрее. Все думают, что можно быстро решить какую-то проблему. На самом деле это колоссальная проблема нашей молодой демократии. Европейцы через это проходили. Как только нарушаешь демократическую процедуру, как только нарушаешь демократический процесс, получается дольше, хуже. Жертвы. Франция сколько революций прошла. Жертвы колоссальные. Вот мы пошли на эту проблему, и я считаю, что сейчас выводы для политиков очень важны, но выводы для простых людей очень важны. Нельзя это ускорять. Через выборы, как не нравится мэр, как не нравится президент, как не нравится кто, да, говорить, выступать, мирный протест, да, как только нарушаем эту процедуру, получается хуже. Знаете, да, у нас сегодня будет возможность. Я вот сразу чуть-чуть добавлю. Николас Луман, очень известный социолог и философ немецкий, он сказал, демократия – это самообучающая система. Потому что школа, вот называется школа демократии, это значит, да, ошибки. Выбрали, ну не того выбрали, давайте выберем через некоторое время. Конечно, может быть, 5 лет ждать, это очень долго. Давайте тогда может так закрепиться на этом кресле, что просто так выборами в нашей стране ничего не решается. Закон об импичменте. Вот это тоже, да, надо, закон, надо упростить процедуру отзыва, закон об импичменте, чтобы люди могли исправить свою ошибку. Но надо им дать право на ошибку, потому что если им не будет права на ошибку, они хотят тогда все разрушить до основания и затем. У них тогда будет этот революционный порыв. А знаете, как каждая революция, она должна все-таки вовремя заканчиваться. Я хотела вам сказать, что у нас с вами будет возможность сегодня на протяжении эфира и сейчас в частности услышать мнение из разных регионов. И мы специально не делали, знаете, каких-то фильтров. А вот сегодня это правильно с точки зрения государственности, то, что говорят люди, или нет? Если мы все говорим, что мы должны научиться слушать друг друга, то у нас сегодня будет возможность услышать и тех людей, кто, может быть, по какой-то ошибке, по заблуждению, по чьему-то видению пошел и в том числе стоит сегодня на улице. Но будет возможность услышать тех людей, кто осознанно взял оружие в руки. И у них тоже, видимо, есть какая-то... Мы попытаемся сегодня их разубедить, но прежде всего услышать. Первый видеоматериал, который мы сейчас предложим вашему вниманию, это материал из Донецка.
где шахтеры общаются между собой, мы с вами просто вот начнем говорить уже о регионах и о том, что происходит в регионах. Акцию «Голос Донбасса» поддержали более миллиона человек. Практически во всех городах Донецкой области 20 мая люди вышли с мирными митингами по месту работы. Промышленные предприятия Донбасса приостановили работу в 12 часов и на 5 минут включили гудок. На шахте имени Засядько горняки собрались, чтобы протестовать против насилия, которое творится на улицах города и области. Я хочу сказать, чтобы понимали, это не забастовка, это митинг. Скажу больше, в какой-то степени это акция протеста против насилия, которое сейчас творится на улицах нашего города, да и области в том числе. Реально стало опасно со второй, с первой смены, с четвертой смены людям возвращаться домой. Люди просто боятся. Ну, для примера, в ночную смену рабочий автобус, двигавшийся из города Димитрово, мы обеспечиваем доставку рабочих со всех регионов области, был подвергнут обстрелу из автоматического оружия. К счастью, никто не пострадал, но сам факт говорит о многом. Кто это был? То ли это Национальная гвардия, то ли еще какие-то другие военизированные объединения. Понять невозможно. Такие же блокпосты на выезде в Донецка в сторону Горловки. Тоже случай, когда останавливали автобус и на вопросы рабочих нашей шахты, кто вы такие, в общем, подвергались, ну, достаточно такому жесткому реагированию со стороны военных. Кто они такие? Все в масках, с автоматическим оружием, непонятно. Поэтому люди вышли сегодня на эту акцию выразить свой протест. И если порядок в ближайшее время наведен не будет, возможно, и какими-то действиями по наведению порядка, может быть, даже на, по примеру, Мариуполя, когда рабочие дружины взяли под свой контроль ситуацию в городе. Поэтому я считаю, не должно доходить до этой точки кипения ситуации, потому что шахтеры, народ достаточно терпеливый, но если выйдут на поверхность, не поедут в шахту, ну, может быть, их какой-то и социальный взрыв. Несмотря на неоднозначное отношение шахтеров к Донецкой Народной Республике, все сходятся в одном – война не нужна никому. Люди, вышедшие с мирным протестом, устали жить под прицелом и требуют разоружения всех незаконных формирований. Люди хотят работать, если предприятия Донбасса остановятся, им нечем будет кормить свои семьи. Эти люди, стоят здесь временно, потому что если мы не пойдем на работу, то завтра нам нечем будет кормить и содержать наше государство. Это акция о том, что дисциплина должна быть в каждой стране. На работе, на шахте, на фабрике, на птицеферме. Везде должна быть дисциплина технологическая, умственная. Мы живем в 21 веке. А мы творим такие чудеса, что дедушка Ленин, что бы сказал, мама родная, что, до чего я дожился, увидел, что происходит. Потому что жадность – это болезнь неизлечимая. Жадность. Ее ничем не лечится, только пуля лечит ее, понимаете? Вот эти слова я передаю правительству нашего киевской власти. Жители Донбасса уверены, что к мирному урегулированию ситуации нужно прийти путем переговоров, а не применения силы. Пожалуй, в сегодняшние дни это максимально такая еще мирная картинка из Донбасса, потому что из Донецка, и шахта знаменитая, и люди там непростые, и шахтеры – это особый народ. И даже они уже тоже не могут найти общий язык между собой. Мы не видели всего материала, там тот материал, который был прислан нам изначально, там, конечно же, как и уже на многих кухнях, и на многих семьях, во многих семьях тоже уже есть границы и тоже есть разные мнения. По сути дела, ваше сегодня такое короткое, потому что я объясню, мы будем включаться сейчас еще с другим самым неспокойным регионом. То есть сейчас мы были в Донецке, и это относительно мирно. Мы будем сейчас общаться еще с Луганском, где тоже большие проблемы сегодня. Все-таки возможно, мы договорились сейчас о выборах, перед тем, как мы перейдем к Луганску, вы дали надежду, что 25 мая может стать той самой волшебной палочкой, когда, может быть, все изменится. Вы прежде всего, Вадим, говорили об этом. Вы уверены, Сергей Леонидович, что это может, что 25-е может остановить и решить все проблемы этих людей, которые сегодня на улице по разным причинам?
Нет, я думаю, ничего так кардинально не изменится. Но я тоже не говорил. Выборы, кстати, выборы почти. Хорошая и правильная процедура, как мы сказали, демократичная процедура, но она дает шанс на исправление. Очень много будет зависеть от президента, независимо от его полномочий. У него может быть больше полномочий, может быть абсолютно меньше полномочий. Вы знаете, я все время вспоминаю Гавела в Чехии, который особых и полномочий не имел, но зато был настолько авторитетом огромным для страны, моральный лидер. На него ориентировались все. И это не мешало ему практически влиять на Чехию в положительном отношении просто очень весомо. Поэтому, да, я считаю, что выборы нужны. По одной простой причине. А что будет, если мы не проведем эти выборы? Вот что дальше? Ну, перенесли мы на декабрь. Что меняется принципиально? Ничего. Мы получим опять нелегитимного, ну, практически исполняющего обязанности президента. Мы получим временно, хаос. Ничего хорошего. Я считаю, что кто-то должен отвечать за ситуацию, брать на себя ответственность. Я за то, чтобы вот сегодня проводили круглый стол здесь с общественными организациями в Одессе, они говорят, надо менять Верховный Совет. Правильно. Потому что общее недоверие к власти, общее недоверие. И если сегодня видят этот Верховный Совет, который дерется, и постоянные проблемы у людей из-за этого, они говорят, зачем они нужны. И я считаю, опять надо идти на эти перевыборы. Если Бог даст, потому что люди говорят о дополнительных полномочиях, Бог даст эти изменения в Конституции, дополнительные полномочия, мы начнем вводить с 2015 года, обязательно надо делать выборы местной власти, перевыборы весной уже 2015 года, потому что там меняется все. Там меняется, ну, очень много, по крайней мере, в плане полномочий, в плане финансирования местной власти нужны новые люди. Это тоже опять разговор о том же. Не нравится, меняем демократично. Если не будем менять, если не будем идти на это дело, все будет только накапливаться. Ну, да, я хотел бы добавить, что вот когда был февраль в Украине, многие проводили аналогию между февралем 2017 года и октябрем 2017 года. Но слава Богу, что выборы 25 мая, они состоятся. Они не делают, я бы сказал, возможным октябрь нашего 2014 года. Потому что все-таки мы получим легитимную власть. Она не будет временной. Это уже не будет правительство Керенского. Ну, при всех условностях, сравнения. Мать, что такое отношение к временному правительству? Я не на Востоке, о котором мы сейчас говорим. Я думаю, что Донецк и Луганск, который ждет нашего включения. Не во всех, но состоятся. Но тогда это будет президент части Украины? Ну, нет. Он будет президентом все-таки Украины. Потому что бывает так во многих странах, что не везде избирают президента в тех или иных регионах. Но он считается... Ну, это демократическая процедура. Президент считается президентом страны. Но здесь правильно, что это не решает проблему всей легитимности всей политической системы. Ее придется заново создавать, потому что многие партии провалились. Они сегодня никого не представляют. Возьмите партию «Регион». Кого она сегодня представляет? Никого. И надо будет делать так, чтобы на Востоке были новые парламентские выборы и местные выборы. Знаете, выборы – это единственный шанс, чтобы предотвратить самозахваты власти. Потому что не будет выбора, будут самопровозглашенные республики. Нужно делать все, чтобы сейчас вот заряжать, перезаряжать. Пусть заходят новые люди. Посмотрите, сколько появилось новых людей. Кипучая энергия. Вот что в Киеве на Майдане, что на антимайдане. Там же есть тоже нормальные люди. Они тоже имеют право на политику. Я не говорю, что кстати, они не имеют права. Кстати, очень обижаются, когда их А что в Донецке там тоже? Это же просто от безнадеги. Люди идут на нелегитимные действия, потому что не работают легитимные лифты. Надо дать людям лифты. У нас так. Либо вот это, знаете, говорят, в России взбесившийся принтер, так у нас бывает взбесившийся лифт. Когда какой-то человек неизвестный вдруг становится министром АПК. Это тоже как бы ненормальный вариант, когда Майдан назначает министров. Но с другой стороны, тоже когда лифт просто стоит, нажимаешь на все кнопки, а он не поднимается. И это людей безнадега. Они сидят в этих шахтах. Вот представляете, это люди сидят в шахтах, которые хотят самореализоваться, хотят быть в политике, а лифт не поднимается. Знаете, вот бывало у кого-нибудь, что застрял в лифте, а он стоит, и ты не можешь. Очень это страшная вещь, клаустрофобия. Понимаете, когда ты не можешь никуда. Вот у многих такое состояние. И вы представляете, когда вдруг лифт поднялся на первый этаж, какой у людей начинается взрыв психологический, эмоциональный. И вот мы находимся в таком состоянии. Мы не можем найти равновесие. У нас либо фух, Майдан, взрыв, либо потом раз, упали и ждем.
Значит, нужно выработать нормальную, демократическую, европейскую процедуру, когда выборы идут постоянно. Смотрите, как в Америке идут выборы. Очень умно. Президентские выборы состоялись, потом промежуточные выборы идут. В Сенат, туда, перезаряжается. Кстати говоря, президент видит, ага, его партия проигрывает. Значит, он получает сигнал, что надо поменять что политику. Нужно что-то, да, то менять. Же самое в Германии или там в Европе. Смотрите, местные выборы, они не совпадают с общенациональными выборами, потому что, ага, партия правящая проиграла местные выборы, она видит, значит, ее политика неправильна, она корректирует политику. То есть демократическая машина – это очень тонко тюнингованная машина, она очень настроена, ее надо настраивать. Надо сейчас всем заниматься нам конституциональной, институциональной, электоральной инженерией. Понимаете, инженерный подход должен быть. Давайте послушаем. Спасибо. Сейчас давайте попробуем включиться. Я буду вас, вы не обижайтесь, иногда останавливать, потому что там есть включение, есть регионы для того, чтобы мы всех услышали. Да, я понимаю. Александр Ткаченко из Луганска сейчас на связи по скайпу у нас. Вот мы его видим. Саша, здравствуйте. Мы говорим сейчас о ситуации в Донецке и в Луганске. Соответственно, сейчас, конечно, о вашей родине малой. Насколько вам сегодня там спокойно и как вы считаете, пройдут ли выборы в Луганске? Вы задавайте тоже все вопросы, Александр, общаетесь, это возможность спасибо. Говорить. Да, Саш, мы слушаем вас. Зритель, вас слышит, Саш, хорошо, мы, к сожалению, плохо. Он нас слышит, да? Хорошо. Саш, вы нас слышите? Махните нам, потому что голову мы очень плохо вас слышим. Мне говорят, что зритель вас слышит хорошо, а мы вас, к сожалению, плохо слышим сейчас здесь. На самом деле люди луганские не очень много хотели после тех событий, которые произошли на Майдане. Они хотели проведения референдума, хотели федеративного государства. И как русскому языку стало государство. Я думаю, что не состоялся, и поэтому у нас пришли после референдума. Там мы и сказали, у нас вопросы к Александру, потому что он, в принципе, сказал позицию и о референдуме, который проведен, и об опасениях, которые сегодня... Да, но там же как бы север Луганска не голосовал на референдуме, он аграрный Луганск, поэтому я считаю, там выборы могут состояться. Кстати говоря, сейчас же офис областной администрации Луганского, он находится в Сватово. Так это север Луганской области, поэтому я здесь более оптимистичен. И по Донецку, после последних заявлений Ахметова и после вот этих всех, я бы сказал, пробуждения донбасского гражданского общества, вот даже в такой форме, но это пробуждение, это положительный эффект. Я тоже настроен более оптимистично. Все-таки выборы могут состояться на востоке Украины, на востоке. На юге они и так состоятся. Тут понятно, и Одесса, да. И Днепропетровск, хотя и у нас прочее. Тут тоже есть много вопросов. Выборы состоятся, но бед очень много. Ну, вопросов всегда бывает много, так не бывает, чтобы их не было, тем более в такой сложной ситуации. Но я настроен более-менее оптимистично. Украина получит президента, но это не означает решение всех проблем. Только начинается. Мы только сейчас, после выбора президента, будем начинать строить новую Украину. Вот раньше, понимаете, очень много было таких слов. Новая Украина, новая Украина. Вот только сейчас мы вместо постсоветской Украины будем строить настоящую, уже не советскую, не постсоветскую, а новую Украину. Какая она будет? Это много будет зависеть от гражданского общества, от наших подходов, от наших усилий, от партий, которые будут в парламенте, от парламента и прочее. Да. Давайте говорить, Сергей Ильич, пожалуйста, давайте. Семенович.
Ну, мне думается, что то, что вы говорите, это абсолютно верно. И выборы должны быть, и народ должен выдвинуть лидера. Лидеры решают, я говорю опять-таки, со своей колокольни, как говорится, со спортивной. Когда у нас тяжело... Александр на связи, поэтому да. Давайте мы ему зададим какие-то вопросы, если у нас они к нему есть, потому что он непосредственно находится сегодня на той территории, которая нас волнует, но мы все-таки находимся на расстоянии. Есть, Сергей Ильич? У меня, может быть, самый такой главный вопрос, который сегодня всех беспокоит, отношение простых людей, не те, которые, которых называют взяли сепаратистами, оружие, не те, которые с оружием в руках, а вот о чем говорят простые люди, их отношение к власти и каким выхода, какой выход видят они, что они считают в Киеве должно произойти, чтобы снять напряжение в том же Луганске. Да, вы знаете, Саша, Александр, спасибо вам большое. Я вынуждена остановить сейчас наше общение пока с Луганском. У нас будет сегодня другое включение и другие еще люди. Люди, вот те, о которых мы говорили сегодня по какой-то причине взяли в руки оружие. Но у нас сегодня есть мнение и возможность пообщаться. Я предлагаю вам более активно общаться с людьми, кто у нас сегодня по ту сторону экрана. У нас на связи сейчас мэр Львова Андрей Иванович Садовой. Андрей Иванович, добрый вечер. Алло, алло. Я знаю, что мы застали Андрея Ивановича в Киеве. Он сейчас там и на телефонной связи, но мы пока его не слышим. Есть возможность нам услышать Андрея Ивановича? Пока будут связываться, пока, да, Света. Пока я думаю, связываться. Что два момента, на которые я хотел бы обратить внимание. Прошел, скажем, так называемый референдум. Да. В Киеве все так говорят. Так называемый референдум в Донецке и в Луганске. Вы знаете, я не думаю, что сегодня кто-то серьезно будет обсуждать юридическую часть этого референдума. Никто из серьезных политиков не воспримет референдум, который проходит в такой ситуации. Но, с другой стороны, отмахнуться от самого события, сказать, что это кто-то там чуть-чуть что-то провел, что туда не пришли люди, и что это не является чем-то знаковым для власти, это, вы знаете, это опять та же болезнь, не слышим людей. Опять власть может отмахнуться, но практически это для меня, прежде всего, такой крик недоверия Киеву. Вот это то, что происходит. На самом деле, если посмотреть на вот сепаратизм и на саму идею сепаратизма, идея очень слабая. В нынешней ситуации ничего практически реально людям не дающее. Потому что сегодня отделиться... Это можно только в одностороннем порядке. Никто в Украине этого не признает. Это значит переходная экономика. Это значит куча проблем для простых людей. Инвестиции не пойдут, рабочих мест не будет и так далее.
Как только начинается сепаратистские настроения, обязательно получите дестабилизацию ситуации. Обязательно будут грабежи, будут убийства, будет потеря опять рабочих мест. Криминалы. Все под это выстроятся, под все, что хочешь. Да. Сегодня уже пенсию не доставишь, заработную плату не доставишь, броневиками и то проблема. Очень слабая позиция. Там уже на связи. Да. Хорошо. Да. Андрей Иванович, мы продолжим. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Иванович Садовой, мэр города Львова, с нами сегодня на связи. Андрей Иванович, мы, знаете, говорим сегодня в нашей студии о том, что все-таки мир превыше всего. И пытаемся найти причины того, что произошло в нашей стране, что мы все вместе, все представители совершенно разных регионов сделали не так. У вас есть свой рецепт выхода из ситуации, когда, к сожалению, мир покинул сегодня улицы большинства городов? Я бы сегодня не говорил, що було не так, тому що насправді це сьогодні мало кого цікавить. Люди цікавить, а що треба зробити, щоб був спокій і щоб був мир. Перш за все, нам треба сплавлювати Україну. Нам треба, щоб українці знали один одного. Ну, дивіться, сьогодні немає жодного сполучення між містами України. Якщо ви хочете з Донецька, наприклад, приїхати до Львова через Київ, це буде коштувати дорожче літаком, чим з Львова полетіти до Нью-Йорка. Нема авіосполучення в Одесу, наприклад. Тобто люди не знають один одного. І дійсно політики трошки до цього долучалися. Ну сьогодні національна ідея, яка має рятувати Україну, це має бути єдність. Люди мають знати один одного. В Україні нема такого поняття, як внутрішній туризм. Він повинен розвиватися. Нам треба дуже важливо дбати про інформаційний простір. Не є таємниця, що в останні роки наш інформаційний простір був відданий тим самим росіянам, які робили, що хотіли, і ми зараз бачимо інформацію про кадр, про викривлення інформації, ну, Геббельс відпочиває від тих маніпуляцій, які сьогодні ми бачимо. Тому це дуже важливо. Тобто, на другий крок, це дійсно, це повинні в містах приходити до влади люди, які є лідерами громадської думки, які є успішними керівниками, до яких є великий рівень довіри. Чому? Тому що, подивіться, рівень Верховної Ради, рівень дуже багатьох рад, міста, він насправді гірший, чим був раніше. Ми сьогодні треба просити відомих людей йти у владу, щоб відновити оцю довіру. Тому що без довіри не мов... По-моєму, связь у нас прервалась. Да, мы не слышим, но суть... Прокомментировать? Потому что действительно, вот, хорошо, что в Украине есть вот такие личности, и мэры, вот как Андрей Иванович Садовый, и много хороших людей. Но есть одна проблема. Знаете, вот постсоветскую Украину легко было сшивать по вертикали, чтобы была вертикаль. Президентская вертикаль, губернаторы, инерция административного режима. Вот сейчас уже, после того, как вертикаль дважды падала, главная задача не по вертикали сшивать Украину, а по горизонтали. А это самая сложная вещь. Почему? Мы очень территориально протяженная страна. Посмотрите на карту. От Ужгорода до Луганска машины 30 часов. Дальше. Слабая территориальная инфраструктурная соединимость. Из Киева в Луганск или в Харьков дороже вылететь билет, авиабилет, нежели в Мюнхен и в Берлин. Люди не летают. Не связываются, не ездят друг к другу. Они живут в своих мирах, смотрят русское телевидение, другие смотрят венгерское и польское телевидение. Ну как может быть единая страна? Понимаете, хорошо, что мы говорим, элита понимает, что надо жить в этой стране, надо сберечь ее, сберечь Украину. Это действительно мир только может сберечь Украину. Но вот соединить ее, это придется, это сложнейший инфраструктурный проект, между прочим, инфраструктурный. Должны быть новые дороги, мосты, железная дорога, авиасообщение. Знаете, не только вот как бы политическая вещь, хотя политика здесь очень важна. И второй комментарий. Знаете, вот я читаю вот нашу прессу, смотрю мнение экспертов, все говорят, а может быть нам надо оставить этот Донбасс? Может нам оставить этот как бы криминальную какую-нибудь зону? Мы быстрее войдем в НАТО, в Европейский Союз. Во-первых, не войдем. Или войдем, на каких условиях? Войдем как аграрная провинция Европейского Союза? Я бы не хотел. Во-вторых, мы по кускам никому не интересны.
Никому не интересны. Ну, ради бога, ну можно из Галичины сделать еще вторую Словакию. Ну, можно сделать. Можно сделать из востока Украины еще одну Ростовскую область. Кому это будет интересно? А вот в рамках этой территории, в рамках 45 миллионов человек, в рамках вот этого плюрализма географического, так, экономического плюрализма, вот этой синергии, надо искать синергию, понимаете? Не, надо не искать по кускам, вот это сюда, давайте искать синергию. Давайте, Вадим, да, мне кажется, еще очень важная позиция. Вот я сегодня встречался с лидерами общественных организаций, никто не занимался практически политикой и непричастные. Мы, я говорю о политиках, очень недооценивали гражданское общество. Да. Работать на него просто надо. Шить по горизонтали, как вы говорите, это огромная работа. Да, огромная. И тут место есть всем. Вы знаете, от студенческой организации, которые могут между собой устанавливать отношения, конечно, Донецк, Львов, Луганск, Ивано-Франковск и так далее, до общественных организаций, которые занимаются одними и теми же проблемами. Очень важна. Я тут одно. Без работы общества тут одни политики тоже не справятся. Вообще, гражданское общество должно включиться. Его надо создавать, пестовать, поддерживать. Я хотела бы предложить, чтобы мы все-таки вернулись. Мы начали, когда говорить с Донецком, с Луганском, мы говорили о том референдуме, который, псевдореферендуме, который был проведен в этих двух регионах. И для нас сегодня это очень важно. Мы небольшую нарезку предложим вам сейчас, сюжет такой о референдуме, который прошел в этих регионах 11 мая. И хотелось бы обсудить, что теперь сегодня всем нам делать и что ждет прежде всего эти регионы. Потому что, как бы ни говорили, люди все-таки на него пошли. Референдум о статусе государств Донецкой и Луганских народных республик прошел 11 мая. В этот день на востоке страны открылись 1527 избирательных участков. Организаторы референдума в Луганской области утверждают, что за самостоятельность самопровозглашенной местной республики проголосовал 81% жителей области. За государственный суверенитет Луганской народной республики свои подписи поставили 90% избирателей. В Донецкой народной республике явка составила 75%. За самоопределение проголосовали 89% избирателей. По итогам референдума народный губернатор Донецкой области Денис Пушилин заявил о желании республики войти в состав Российской Федерации. Исходя из волеизъявления народа Донецкой Народной Республики и для восстановления исторической справедливости, просим Российскую Федерацию рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. В Москве к волеизъявлению населения Донецкой и Луганской областей отнеслись по-особому. Накануне голосования 7 мая президент Российской Федерации Владимир Путин призвал стороны к прямому диалогу с Киевом и попросил сторонников федерализации на юго-востоке Украины перенести референдум. Мы считаем, что самое главное – это наладить прямой диалог. И в этой связи просим представителей юго-востока Украины, сторонников федерализации страны, перенести намеченный на 11 мая текущего года референдум. На предложение президента России премьер-министр Украины Арсений Яценюк ответил просьбой не сотрясать воздух. Украинская власть продолжает требовать наказания организаторов беспорядков в восточных регионах страны. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов обещает уголовную ответственность виновным. Внаслідок дій терористичних угруповань, які пробували для прикриття своїх злочинних антилюдських дій проводити фарс під назвою референдум, щоб прикрити свої злочини, але наслідок цього фарсу є тільки один – кримінальна відповідальність тих, хто організовував його проведення. Критично о проведении референдума отозвались на Западе. США разочарованы, что правительство России не использовало свое влияние, чтобы предотвратить эти голосования. Представитель Государственного департамента США Дженнифер Псаки заявляет о непризнании Соединенными Штатами так называемых референдумов на востоке Украины, а также призывает Российскую Федерацию прекратить дестабилизацию ситуации в регионе. Тем временем ситуация на востоке страны остается напряженной. Мы по-разному можем говорить сегодня об этом референдуме, тем не менее он прошел. Что с этим делать? Это свершившийся факт все-таки. Для меня, мне понятно, более-менее, вот знаете что, что ни от каких вопросов сегодня не надо прятаться. Да, надо мы поэтому и решили об этом все поговорить. Выложить на стол. Говорят люди о русском языке, давайте думать.
что мы будем делать с этой проблемой. Говорят о полномочиях регионов, давайте думать. Говорят о выдвижении, о присоединении к России, тут нужно сразу говорить очень четко. Никто на это никогда в Украине не пойдет. Точка. И Россия тоже, кстати. И сегодня и Россия не готова. Мне очень не понравилось, как Яценюк и как Турчинов отреагировали на предложение Путина. Хвататься надо было за него, дальше крутить. Конечно. Надо, что называется, знаете, как в народе говорят, за язык хитро, поймать. Да, хитро, да. И дальше, да. Дальше его заставлять это говорить, потому что его надо было втянуть в этот разговор, чтобы он не мог отказаться от него. Поэтому я считаю, все надо выложить на стол и открыто оговаривать. Второе. Я считаю, что, знаете, важны международные конференции, но они могут нам только помочь. Внешний фактор, вы знаете, бесплатным не бывает. Так заведут нас, что тут явно уже видно геополитика. Явно, мы уже здесь разменная карта. Если мы сами не опомнимся, если мы сами не одумаемся, если мы сами не выйдем на конструктив, никто нам не поможет. Будут тянуть, никому мы сильные не нужны. Я, знаете, хотел бы спросить вот сегодня, если передо мной сидел вот здесь аграрий с Франции, он ждет Украину в Евросоюзе? Точно так, он скажет нет, потому что это конкурент. Конечно. Точно так же будет реагировать его политик. Они могут что угодно говорить, но выставят 100 препонов для того, чтобы мы туда не попали. И туда путь будет очень тяжелый. Но сегодня в плане российского движения совершенно тоже не выход. Потому что я говорю, переходная экономика. Посмотрите, что делается в Приднестровье. Посмотрите, что делается в территориях Грузии. Посмотрите, что делается в Карабахе. Непризнанных, так называемых. Непризнанных. Да. Посмотрите, что сегодня даже в Крыму начинает происходить. Ни один банк серьезно не заходит, боится открыть там свое представительство, потому что сразу порежут все лимиты, не сможет ни копейки и ни доллара взять за рубежом там и так далее. Перспектива очень тяжелая. А вот о чем говорить, это точно полномочия. Что бы мы ни делали, все равно будем, вот за стол сядем, сколько бы времени не прошло, все равно сядем за стол и будем говорить о полномочиях регионов. Я считаю, вот вокруг этого самый главный разговор должен состояться. Сергей Ильич, а вот можно сразу так, знаете, вы все время говорите о необходимости переговоров и о том, что нужно садиться за стол переговоров, и только в общении, в диалоге мы можем найти ту самую золотую середину. А вот человек, которого мы видели только что в материале, президентом провозглашенной Донецкой Республики, сегодня сказал, ну, по сути дела, считайте, что ответил вам, никаких переговоров мы ни с кем, это сегодняшнее его заявление, ни с кем не будем ни о чем договариваться. Мы решение приняли, оно окончательное и, как говорят, обжалованию не подлежит. И что делать в этой ситуации? Как с такими людьми можно пытаться договариваться? Мне кажется, что ориентироваться вот на радикально настроенных людей мы не имеем права и не должны. Война идет за умы людей, 7 миллионов людей, которые украинцев, которые проживают в Донецкой и Луганской областях. За них сегодня надо бороться. Я большой сторонник. Никому, никакого квадратного метра мы не имеем права отдавать. Это 7 миллионов хорошо образованных людей. Это 30% нашего валового национального продукта. Это 25% нашего экспорта. Мы, кем мы войдем, даже если входить в Европу, это действительно, это совершенно разные страны. Знаете, любой инвестор, он смотрит на страну, и он смотрит на территорию, он смотрит на количество населения, он смотрит на экономический потенциал. Мы сразу теряем, как страна, все вместе теряем. Даже тот инвестор, который хочет войти в Ивано-Франковск, уже он меньше будет иметь того желания, если он увидит, что не будет Донецка и Луганска. Это проблема всех нас, украинцев. С кем разговаривать? Лидеры общественного мнения. Брать директоров заводов, брать тренеров футбольных, брать директоров театров, брать врачей, брать преподавателей, создавать такие группы и разговаривать, выходить на повестку дня. Но самое главное, потом действовать надо, принимать решения, не ждать. Я вчера аплодировал Верховному Совету, который принял декларацию.
но намерение только. Там, весь, там уже закон о дополнении о русском языке. Ну давайте наберемся смелости и примем какие-то решения. Я даже не говорю сегодня, я боюсь говорить сегодня о референдуме, потому что все понимают, расколет эту страну. Но определенные шаги можно сделать. Статус официального языка мы может решить сегодня многие вопросы. Мы, там есть закон о местном референдуме, дополнение в Верховном Совете. Почему не принять? Он уже полтора месяца там находится. Там есть решение. Нам нужно движение, чтобы мы могли прийти к этим людям и сказать им, мы сделали вот это, вот это, вот это, что еще? Давайте